Пока у нас группа Time Station собирается со сцены, выходит на сцену прекрасный мужчина с бородой. У кого есть борода? О, я без очков просто. Вот две бороды есть, сейчас будут три бороды. Но он у вас выиграет по длине. У него самая длинная. Саш, ты выходи. Выходи. Вот. Посмотрите, африканец Александр, с какой бородой вышел к нам. А вот эту прекрасную девушку зовут Лиза. Как называется инструмент, кто не знает? Как? Вы правильно угадали, саксофон. Я-то думал, что-нибудь хитрое, как там бас-саксофон какой-нибудь там. Тенор-саксофон. Кто слышал Сашу Африканца когда-нибудь в своей жизни? Великолепно. А кто не слышал? А теперь спроси о песне. Да, да. То есть, а вы слышали, как он поет или как он рассказывает какие-нибудь истории про мир и про войну? Александр, вы же любите истории про мир и войну? Любит. Сейчас он вам расскажет таких историй, что, я думаю, мало никому не покажется.